Наследие Мичурина. Или это провокация? Или в самом деле? Я бы хотел знать. Я сейчас, у меня сильно болят глаза. Я уже не заглядываю в учебники. Не могу. И в эти в специальную литературу. Может, кто-то другой возьмет на себя труд. Перечитает все эти тома. Ну. Или это провокация? Допустим, это я взял кусочек из сайта, а их там тысячи, неважно, 1001 или 5003. Потому что там внизу опять, что это самое, покупайте то и ставьте лайки. Так. В одном случае 1000 этих самых пользователей, как там, в другом случае 100 000. Ну разве, и вот это вот, вы понимаете, что, в чем сама подлость-то? В наше время, если даже Иночурин, это правда, и был неправ, на мой взгляд, неправ, разве можно тиражировать? Ну нахрена меня это, отключили микрофон, когда я об этом говорил на международной конференции? 15 минут давалось, дали 2 минуты. Почему? За что? Ведь теперь весь мир этого не знает. Точно так же, как вот это вот. Вот эта дурь, вот она, штамп. С отрезанными ветками. Запланируйте обрезку осенью. Чтобы весной пошли в ростовые побеги. А что, весной нельзя? Весной идет сокодвижение. Сокодвижение для ремонта дерева. За зиму все-то обломилось. Что-то там лось, олень съел. Там... снегом ветки переломало, ураганами. Дерево выживает тем, что оно во время весеннего сокодвижения себя лечит. Я нигде этого не читал и не прочту, наверное, никогда. Даже Сергей Мичурин, зачем писать, что осенью обрезка, что весной пошли? Они что, весной не пойдут? До середины ноября. А когда рано залечится? Середина ноября на всей территории России уже морозы. Ну, на 90%. Это, праздник Покрова уже давно прошел, в октябре. Ой, еще когда температуры станут постоянно, все, вылечится дерево, ага. Еще по погоде, чтобы обязательно минус был. Обрезали сук, замажьте, ладно, пойдет. Воском так воском. Закопайте железные предметы в полуметре. Ладно, дерево не погибнет. Вот. Полезно перечитать труды. Да кто же сейчас его Мичурина читать-то будет? Вот же, за них уже все написано. Вот, пожалуйста. В ноябре при минусовой температуре режьте. И вот. Не Мичурин виноват. Это, может, его уровень был. Потому что он также учился у кого-то. Может, и он. Но в наше-то время-то.